Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте, боже, как нас много. Он что-то работает. Я родился. Подождите, это место подозрительно похоже на предыдущее место работы. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А что, опять на этом корабле? Это стандартный модель. Ой, я вижу свое рабочее место. Это опять у меня лагает, блин. Какой прекрасный фарфоровый трон. Это для меня? Че за лаки, блин? Уже слышу, что это мое рабочее место. А где телефон? Я хочу сесть с телефоном. Подождите, подожди, Юль, я не вижу Никиту, получается. А я всех вижу. Так, я здесь. Я вижу Юлю. На унитазе. Гену. Я слышу только твой голос. Это надо, короче, мне перезайти. Нет, я всех, выйду, я всех вижу. Это получается, Женя. Значит, надо тебе перезайти. Я всех вижу. Это Женя, получается, надо перезайти. Да, мне надо перезайти. Юль, пригласи меня. Так, так. А, что-то с голосом сделал, что-то хуйня какая-то. Мы здесь не материмся. Мы здесь не материмся. Мы здесь разговариваем. Конечно, у нас здесь разговоры, ну... Например, о... Так. Теперь, теперь смотрим. Дред. Yeah. О, теперь я тебя вижу. Юля и легенда. Все, всех вижу. Я зряча. Спасибо. Я желтая? Да. Да. Так, я пошел на... Я возьму синий. Я буду с Дредом в синей команде. Так, ну что, мы поехали на Титан или не поехали? Да, все готово. Сейчас будет полное приключение игра. Кенда, замьючься в Дискорде, а то ты в Дискорде не включился. Я тебя и там слышал. И у нас очень большая квота, ребят. Нас много, но мы должны очень много залутать. Я не поняла, вы все готовы? Нас много, но мы вместе. Я готова. А что за планета у нас сейчас будет? Титан. Титан. Вот мой фонарь. Отличный фонарь. Он занимает очень много места, к сожалению. Зато он бесконечный, наверное. Ну что же, давайте попробуем. Если не вылетит игра. Тук-тук. А, я очень надеюсь, что голоса будут работать. Вы же все поставили там цифру какую? Там 2-3. Что 2-3? А, это да. Ну, поставили, да, молодцы, все. Просто мы когда с единичкой я играл, вообще ничего не было. Ага. Фонарики подзарядили. Вот, кстати, сразу могут сожрать, так что будьте осторожны. Прекрасно. Идемте. Привет, я с тобой. Ага. А зачем нам? Ну что, наверное, не надо даже. Легенда. Нас подставили. Вы где? А вот сюда иди. А, ребята, ребята, вот сюда. А? Вот здесь вот возле фонаря ориентируйтесь, возле него корабль и лестница наверх. Ага. Ага, пойдемте. Вас Юля поздравляет с первым рабочим днем. Да, 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 да. Супер. Спасибо, я уже понял, что меня обманули. В смысле? В смысле? Ты подписал бумагу. Все. Сам виноват, надо было читать. Внимательнее читать. Да, да. Там мелкий шрифт, конечно. Легенда уже пошел. Так как у тебя. Смотрите, смотрите, ребята, вот здесь мейн, а вон там. Я вижу стройку на фоне. Fire exit. Там fire exit. Здесь? Да. Пошли через fire. Давайте, давайте, удачи! Так, а у нас подставные. А вот и мы. А вот и мы. Тут, смотри, два Fire Exit, такое ощущение, что это как раз из... Слушай, один из них может быть ложным. Да-да-да. А как узнать... Что с модами подлагивает. Подлагивает, да? Ну, у меня как-то, да, и грузилось долго. У тебя тоже долго грузилось? Ну, грузилось, да, долго. Ну, тут мне кажется, то что... Компания у нас сегодня шумная. О, я вижу лампу. Прям... И пиво. О, и пиво, да, и лампу. И еще... Кубик. Подожди, давай посмотрим, что тут еще есть.
Ага, все, ну давай попробую вынести. Блин. 78. Так, как, куда мы вышли? Направо. И прямо, да, получается? Да-да-да. Сразу сюда. Ну да, в принципе, да, логично. Ну, пошли. Что вы наделали? Что вы наделали? Я слышал крики, но не стал послушивать и ушел. Не надо было, наверное, лампу, да, вынимать, я так понял. Что вы наделали? Тихо, я закрываюсь. Да, это какие-то другие здесь. Нет. Слушай, а это же могут быть и эти подставные монстры. Да. Наслушал этих фраз. Не, ну основной лут мы вытащили, так что даже если нас съедят. А это, я считаю, первый рабочий день прекрасный. Да. Ну и лампа дерьма. Ой, 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 ой. Кто был? Тут у нас. Ой. О, паук, паук на потолке. Право. И прямо, да, получается. И пошли отсюда. Точно, да, вижу. Да, нафиг его, Вайк. То есть, ну, в смысле, да. Все, пойдем отсюда нахрен. Здесь больше ничего не было. Не, прямо. Так, прямо, прямо, прямо. Здесь мы были. Да, здесь была эта лампа. Все, значит, сюда. Конечно, попрыгнуть. Так, ты где? Я здесь. Вот здесь вот. Так, все, прыгнуть, прыгнуть. Прыгивать. Не, туда нам не надо, хотя вот что это такое? Это, походу, левые фаер-экситы. Пошли через мейн. Ага. У меня половина... Время еще тем более есть. Оставляй лампу. Я выкину эту лампу. Что, куда? Направо, налево? Ну... Шли направо, хотя, наверное, они сюда тоже пошли. Ну да, дверь открыта. Ну, по крайней мере, понятно... А, тут тупик. Понятно, куда иди, да? Надо спрей-пейнт купить. Да. Мне он нравится. Ой, 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 а тут жижа это. Внизу. Ребята! Ребята! Тут жижа! Аккуратно, аккуратно. Да мы уж... У вас есть что? Да мы уж... Мы вынесли уже. Подходящий момент. Кто украл? Я вот, вот эту лампу. Да, там паутина, нет, паук и нет, больше. Другую, большую лампу. Кто что, стыбрили? Вы, это вы украли. А, мы не крали, мы честно экспроприировали. Не крадем, мы несем, да. Короче, смотрите, там справа тупик, слева, получается, жижа и еще кто-то. Я оттуда вышла. Все, что смогла найти, я уже принесла на корабль. Все, пошли обратно. Предлагаю что... нам тоже. Все, предлагайте на файре, да. Тоже ничего нет. На файре там мимики, походу, и пауки. Аккуратно. Мы до пауков а дошли. А с вами кто-нибудь разговаривал с монстром? Да вроде нет. Ну, если тебя не считать монстром... Нет, спрыгивайте, спрыгивайте, сокращайте путь. Ой. Просто... Так, осторожно. Ой, меня в воздух. Надо не говорить, это же она же слышит. Давай. Я же верните, верните наши трупы. Дрейда надо. Мы вот тебя пахнули. Да, транклюкировать. А вот. Вот я, кстати, слышал, что кто-то кричал, что вы наделали только что несколько раз. А, это я. А это не была не я, вернее. Это голоса от монстров.
тогда, когда мы были там, там тоже так. Зачем? Было. Что-то так тормозит, блин, ты замудов, что ли? Нет, это из-за того, что мы на Титане. А где? А где? А где ее труп? Где ее труп? А где... А что за фигня? Блин, я успела вам сказать, чтобы вы ничего не говорили и меня сожрали. Спасибо. Смотрите, я потеряла фонарик, получается. Да та же фигня. А купите спрей. Краску. Да кто опять со шкафом баловался? Я... Просто, блин. Отстань. Опять он так далеко стоит, блин, не проехать, не пройти, а я же, ну... А можно я куплю пару спреев? Да. Пим? И пару фонариков. И зеленый костюм. Чего? Нет, уже? Оно прилетит. Оно прилетит. Просто придется ждать. Пару фонариков купите желтых, потому что мы их потеряли. И что вы там еще хотите? Денег у нас достаточно. Покупайте. А вы пару фонариков, пожалуйста, не купите, а то я все всрало. А, гутики! И зеленый костюм. И мне зеленый костюм. Еще зеленый костюм. И мне зеленый костюм. Так, я пошла, короче. Нету зеленого костюма. Только телевизор купи, есть. Купи. А я залезу. Легенда голова. Я залез. Ладно. А куда через другой проход? Спрей пейнта тоже не было, да? Было. Надо подождать. Мы опять на Титане. Не, вы, да вы, конечно, у нас 3 дня все уплочено. 3 дня здесь не пройти. А, помогите, ребята, у меня сейчас сломалось. Так, еще фонарик, блин. У меня места нет под еще один фонарик. А, ну тогда все. Телевизор, а вот телевизор. Это что у нас тут такое? Все, пошли. Сейчас. Короче, я слышал, когда бежал в корабль, не знаю, слышал-то, не слышал. Что вы наделали? Прям как это, как хищник. Ты где? Я наверху, на тыкве. Я запрыгнул вот отсюда сбоку. Кто с разбежки, раз, и он запрыгнул. Да, вот отсюда прям, раз, во. Ай, блин. Почти. Блин, бесит. Ставили, блин, тыкву. Да, рандом. Предлагаю пойти опять лангу вынуть. А, они, кстати, пошли на другой выход. Мы с тобой, по-моему, отсюда одни пошли. Окей. На какой другой выход? А вон там еще же лестница есть. А, да. Она одна, понятно. Она сюда же ведет. Смотрите, я сейчас ладно. А я не знаю, это ты или монстр? Ты кто? Надо было проверочное слово. Ты монстр, ты бросаешь стеклянную банку с огурцами вниз. У нас было проверочное слово. Она... Хикс? Да, я тут. Я тут. Сейчас я чихну. Отлично чихнул. Так, наверху ничего нету. Тут тоже ничего нету, все забрали, походу. А, спрей-пейнт надо было взять. А у тебя есть спрей? Да, блин. Нет, я выложил, думал, ты его возьмешь. А я что-то так задумался. Так, что у нас тут? Какая-то планета лагучая, честно говоря. Так, налево, направо.
как лагает, не могу понять, что происходит. Ну да, периодически подлагивает. Так это кто-то пробежал. Там какая-то коробочка. Ты слышал это? Что я слышал? Ты слышал, там пробежала какая-то заводная коробочка и прокричала. Нет, конечно, у вас 3 дня все уплочено. А, да-да-да, ой, блин. Ой, что за месяц? Уходи, уходи, уходи от нее. И зеленый костюм. Да что за мистери бокс? Это... Да что за мистери бокс? Это, короче, такая штука, которая, она, типа, закрытая, потом приближается, открывается, и в конце выстреливает, да, типа, черепом. Нет. Во-во-во-во, сейчас там это сам... Там коробка. Ну я там ничего не нашла. Это мистери бокс. Там только большая, ну, длинная и непонятная, и темная. Не надо, ты... Типа, все? У вас там какой-то непонятный консилиум был. Да, непонятный консилиум, потому что у нас на входе на мейне коробка была. Маска? Ну, это... Которая открывается, типа, череп. А зачем? Ты же фонарик, мы же фонарик. Зачем? Да фонарик это пофиг. Пошел за фонариком. У них проблемы были. Вроде не было. Было. Не одевай! Ой, бля. А почему? Ну зачем? Я только для фонарика добежал. Тут просто товарищ надел маску. Легенда, телепортай! Все, вот. Блять, я не то взяла. Толпанный. Я вот так вот подбегаю к фонарику, только нажимаю Е и исчезаю. Потому что сейчас будут вопросики к товарищу. Сейчас бы мы все потеряли, нельзя так делать. Ты что? А зачем вы улетели? У меня лут был. Ты легенда. Зачем это? Маска, маска. Зачем? Скажи, ты за них? Какая маска? Какая маска? Вот это вот. Зачем? У меня лут был, ёлки-палки, ну все мы проспали. На корабле не одевайте маску. А. Все умрем, теряем весь лут. Я просто не знал про эту маску. А, вы не знали? А. Блин, ну ладно, всё равно. Вот эту маску, которая у меня в руках. Запоминаем. Не одеваем на корабле. И продемонстрируешь. В любом другом месте, если вы хотите повеселиться или убить союзников, одевайте их вне корабля. Пожалуйста. Это прописано в должностных инструкциях или нет? Да, мелким шрифтом. Понял. Так, я слышу, у нас вейпер есть. Нету. Жижа пролита, дым стоит тучей. Кто у нас тут? Да тут вейпер. Чего телевизор ни хрена не показывает? Я предлагаю организованно разделиться на 2-3 человека, и двое идут на, например, на мейн, а трое идут на файр экзит. Очень много будет, ребят, собирать. Пожалуйста. Обучение проходит? Ладно. Нам пора. Так, я прокрал фонарик, понятно. Так, а где? Что говорила же? 3 по 3? А 3 по 2. Фонариков еще заказывали 4 штуки. Ну, кто-то будет ходить половинкой. Но я могу, у меня же муж тут. Так, давай их всех подождем. Понятно. Подождали. И большая собака там ходит! Там сразу большая собака! Там сразу большая собака. А не у кого. Я предлагаю пойти на Fire Exit. Пойдемте по Fire Exit, да. Пойдемте. Давайте. Нам нужно очень много лута.
Ты уверен? Никого. Пойдем. Шли. Фул, я фул. Лой. Так, братан, есть чё? Там лут есть, да. Вот тут много чего. Пошел, вроде ничего нету, подобрал маску. Я, короче, фуловый. А это тупик. Дальше только на... Нет. Там твой маркер. А, я понял. Да. Я им сказал, говорю, файл, и где-то ходят только собаки, они такие... О, лампа. Подожди, я еще тут. Надо хватать лампу и бежать. Ты так, кто? Мне кажется, там собака. Откройте! Сюда, 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 сюда. Сюда, 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 сюда. Да, 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 за нами. За нами, за нами. Несите, несите на корабль, я еще схожу. Давай, она иди. Она прям возле лампы спряталась. Да, я видела. Иди. Иди, 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 иди. Это был инфаркт, с меня хватит. Иди, лампа стоит 80, она нам нужна. Моя лампа, я дам. Чё, заходим, там собака. Нико, надо было знак взять. Фак. Ёпарасате. Надо было знак взять, иначе мы с ней не справимся. Здравствуйте, они живы? Живы. Это я инфаркт испытал. Почему? А что случилось? Потому погоб, извините. Дело собака. Я взял, она на меня загорелась. Побежал. Кажется, кому-то очень плохо. Филяна, блин, ты посмотри, как он. А потирать кто будет? Thank you.
Ковбой гуляют, легенда гуляет, и вот Дред. А Дред, кажется, умер. Да, его... Да, телепортировал. Дред! Нет! Он так, он пошел, он взял знак и хотел ее убить, но она убила его раньше. Он искал, он искал. Нет! У него, походу, не было. Дред! Нет! Подождите, там что-то легенда щемит. Очень быстро. Здравствуй. Это твой муж. Сейчас я тебе потащу тело. Да. Капец, я выход не мог найти. Походу на ту же ящерку, или как это называется? Нет, легенда. Собака. Ну, зачем ты к Бобу-то пошел? Он же не любит гостей. Тут уже кто-то ходит. Давайте, вылетайте. Это, говорит, твой муж за легенду пришел. А ты ничего не держишь? А, кстати, да, улетел. Анимация. А, вот, а, вот он. Тебя держишь. Он родился. Это такая ущербная, трешовая анимация. Что-то его колбасит по-страшному. Потому что мне плохо, блин. Легенда, тебя мой муж забрал? Я коробка догоняла, блин. Это была коробка? Это коробка. Я спрятался, я выход не мог найти, спрятался за угол. А она быстро за мной пробежала, блин. Ты от нее не спрячешься. А я думал, спрячешься, что она быстро за мной пробежала, блин. Мы думали, что это Боб, потому что тоже быстро, как он по карте передвигается. Нет, это коробка. Как вы думаете, мы набрали квоту в 1000? Мне кажется, да. Посмотри, да, да, да. Давайте, все продаем. Поехали. А, сдаемся, погнали. Да, сдаемся. Что такое? Блин. Сработало. Мы продаем. Слам. Да не звони, не звони, не звони, ёб твою мать! Сейчас за него штраф выпишу, вот выпустил. Сейчас за него выпишу. Зачем? Там на кусок. Ох уж эти дети. Так, там пункт. Забирай. Там пункт. Вопротики. Две банки вопротика. А-а-а, привет. А ты легенду съели? И легенду и... Нет. Молодцы. Что сказать? Им фонарик разрядился. Надо лопату. Да забирай, блин, уже это двоих друзей забрал. Что тебе еще надо? У меня просто вот такой вопрос. Нам хватит... Я не знаю, ну сейчас заново начнем. Просто, ну, дело в том, что как бы, ну, Там еще мелочь всякая. Сейчас дадим. Потому что, блин, дал штрафой он за ваши смерти. Что же вы делаете? Мало? Сейчас посмотрим. Ну еще минус 40% за смерть. Ой. Так, поехали. Уи! Поехали. Я, говорит, подписывал бумагу. Я не могу больше платить. Он подписывал, ага. Не следует он техникам безопасности. Не читал он бумаги. Там черным по белому написано, да? Черным по белому. Бухгалтерию. Не беспокоить. Ой, боже. Дайте денег, пожалуйста. Нам хватает. You what keeps the company happy?
зеленый что костюм. Что там творит? Что там творит? Смотри. И зеленый костюм тоже. Короче, смотрите, я покупаю сейчас. И коврик купи. Подожди. А сколько фонариков могу купить? Еще две? Еще четыре. И пару лопат. И зеленый костюм. Ману, купи я. Нам не хватит на титан. Ладно, ну купи тогда фонарики и лопаты. Все, Вася. Фонарики и лопаты. Смотрите, подожди, подожди. Фонари летят. Лопаты. А, нет, он сдает. А, я думала, он тебя хочет сдать. Две штуки покупаю. Две лопаты летят. Так, и зеленый костюм, если есть. И коврик, если есть. Нету. У меня фу, все, все забрали. Так, стой. На. Я предлагаю посмотреть, по-моему, на лопату. Нет. Да надо. Так, мне фонарик не нужен. Все, выйти. А все, а зеленый костюма нет? А коврик? Блин, я так не могу, подождите, я так не могу. Меня а коврик, да, а коврик домой не купила? Нету ковра, нету ковра. А мы лампу вот не продаем просто потому что... Потому что антуражненько. А у нас две лампы. Хорошо. У нас две лампы. Да. Все, поехали те. Тыкаем пальцем. А, у нас две лампы. Вот это. Тыкаем в них пальцем, они очень плохо себя ведут. Тыкаем. Да, ну что? Объясните мне на стол. А я не подписывал бумажки. Так, сходу. Мне сказали, что тут два вопроса сходу. Нет. Где бухгалтерия? Где мой зеленый костюм? Где бухгалтерия? Подождите, бухгалтерия — это колокольчик. Вы очень сильно звоните, тетя Зина волнуется. Да? Можно меня назад, они все пожалуйста, поможет. Саш, не хочешь к нам присоединиться? А, подождите, стойте. У нас есть мод на расширение команды. Нас сейчас пятеро. Зеленый костюм. Я написал заявление. Добавить. Шесть. Я написал так. Заявление. Можно я посмотрю, пожалуйста? Заявление об увольнении, да? Дай, я посмотрю. Сначала я его хочу подать, а потом уже покажу. Подай его мне, пожалуйста. Я бухгалтерия, да? Подождите, кто заказывал зеленый костюм? Зеленый костюм уже как бы имеется. Так, тогда... Тут страничку перелистнуть. Блин, уже все перелистнули, бедо меня. Так, подождите, вам всем привет, Юля, тебе огромный. Что мне огромный? А ты подожди. Привет. От кого? Прости. Да, всем привет. А, привет. А он пойдет? А он. Ну я подумаю. Нет, вроде он не пойдет. Я пересмотрел свое заявление. Не мешай. Так, и что? И что? И что вы? И что там было-то, хоть расскажите. Я подумаю. Зеленый костюм появился, условия немножко улучшились. Ну слушай, я читаю твое заявление, тут прям, ну... Слушай. Что там? Есть некоторые... Не по грамматике двойка была, извиняюсь. Есть некоторые пунктики. Вот я его листаю, вот смотрю, да. Где? Отдай лампу. Где снилс? Алло. Отдай лампу. Вам такое не снилс? Кошмар. Юля, а на коврик хватает? У меня разрешение на работу закончилось. Даже в туалет не дадут сходить. Елки-палки. Зилайт — это гирлянда? Да. Давай, копай. С вами в туалет не сходишь, блин. Ладно, я отвернулась. Говори. Я отвернулась и показываю на тебя пальцем. Все, спасибо. Подождите. А смыть? А как же смыть? У нас нет света. У нас нет света. Я не могу выключить свет. Фред, у меня такое ощущение, что мы играем с тобой в Sims.
О, или в общагу? По-моему, мы ошиблись игрой. По-моему, да. Товарищи, товарищи, есть Титан, есть Рент, есть еще какая-то планета. Но... Давайте на замок, на замок, на замок. Мужики, опытные, работают. Юль, Юль. Да-да-да. Это Титан. Началось, Титан? Коврики. Подожди, не смыл, нет, следил. Нет, замок хочу. Титан затоплен на Рейнсе. Замок спаунится сам по себе, мы на это не влияем. Вы вообще в курсе, что женщина на корабле, это к беде? А их у вас две. Вы попали. У нас нет. Это харам на харабров на халяль. У нас это не работает. Так что все нормально. Выключите свет, я фонарик найти не могу. Я все жду, куда мы полетим. Нормально? Спасибо. Спасибо. Товарищи, у нас три платные планеты. Первая, вторая, все хорошо. Титан затоплен. Давай туда, где есть бесплатная парковка. Титан в тумане. Нет, давай туда, на другую планету. Мы летим на... На что? На Рент. На Рент, давай. Все. Летели уже нахрен отсюда. Домой, да? Все, поздно. Да. Наконец-то мы создали большую компанию, Little Company. О, баги. Отлично. А здесь куда идти-то? Это я потерялся. Thank you.
Короче, ну нахрен бродить там. Так. Угу. Мы тебя потеряли! Там у нас так столько касс. Столько касс. Ну пойдем, покажи, как идти. Я вначале вас потерял. А, если что, иди по фонарю. Там еще два, пожалуйста, принесите. А, вот он, блин, как я пропустил. Нет, 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 нам дальше. А что это за домик? Ничего нет. Что это за хижина в лесу? Там такая красота, не хочешь внутрь зайти? Куда? Смотреть на антуражик. Иди сюда, иди сюда. Просто, ну, не катакомбы. Все живы, все молодцы, все живы, молодцы. Я туда больше не пойду. Стой, там я все забрала. Я туда больше не пойду. Потому что, во-первых, сейчас пойдут большие собаки. Угу. Тихо, тихо. Да залезь ты нахер. Нахер, нахер. А где Женя? А я походу все. Я похоже все. Идет, идет. Все. Там маска и собака, нет. Закройте дверь! Я еле выжила! Я тоже еле убежал. Боже, я хотела взять у него. Беру картину, а на меня идет маска. Я такая, господи, нет. Я просто на маску мне пришлось. Я убежала. Самое главное, мы спасли. Спасли! Он так нес нет! Картину хорошо. У него так хорошо получалось. Моя хайосая. Моя хайосая. Опять она с двумя фонариками. Ну, я с фонарик взяла, чтобы его не покупать снова. Не ставьте, пожалуйста, лампу вот сюда. Очень неудобно. Я по не разговариваю. Да, ты выбрала надо какую-то не картину, а не меня. Это поздно. Ля, как на свиньи! Спасибо большое! Так, товарищи, мы летим туда, а там затмение. Нет, куда, давай туда? На другую сюда планету. Ну, в смысле, на другую сюда планету. А на другую планету нам... Почему ты испугалась маску? Нам не хватит денег на другую планету. Если она до тебя отродится, она тебя убьет. У меня не было варианта. Но она ведь не хотела до тебя дотронуться, а та... Нет, нет, блин, я тебе надо лично с ней встретиться, чтобы понять, что я говорю. Я хотела взять твою картину, честно. Я взяла картину. Я только смотрю вверх, и на меня идет маска. Боже, нет, только не еду. Ладно. Товарищи. Я смотрел за тобой на самом деле. Да не кладите сюда на кнопку, неудобно. Мне пришлось бросить картину. Пришлось. Все. Я ничего больше делаю.
Только тут сразу на картонах, я предлагаю. Сразу на картонах. Ребят, я в текстуре застряла с самолета. Бывает. Где? Собаки, блин. Легенда, добро пожаловать, Дрэк, добро пожаловать. Давайте, может... Ну что, произошло? Это что было? А, понятно. Не, она сама сейчас, она сейчас вас всех телепортнет. Не голосуйте, она сейчас всех телепортнет. Это что вообще было, блин? Кого? Это что было? Все понятно. Че фигня? Очень быстрая карта, мне все понравилось. Это что вообще, блин? Как вы, вроде ничего не было. Лучшая работа в мире. Да, ничего не было. О, я стала агентом собаки. Согласись, это лучшая работа в мире. Угу. Да, согласен. Там опять затмение. Я же пошел искать, кричал. Так, смотрите, снега. Ребята, он там жил. опять затмение. Выходим молча, ни звука, даже не пукать, пожалуйста. Хорошо. Ты в прошлый раз это самое, что-то все убежали, я говорю, я потом за тобой пошел назад, но так и не нашел, короче, тебя. Ходил, кричал. А кричать не надо. Меня. А там кричать, сейчас там кричать уже не надо. Все, поехали. Подождите, я тут дела делаю. Подзаряди фонарик. Только не смывай! Не смывай! Не говорите больше! Ни слова! Опять вышел, ёлки-палки. Так, у меня тут манекен.
Красотулик. Не надо, ты же без фонаря. Так, у меня тут манекен и пальто. Если что. Ой, и солдатик. А? Гента, я нашла картину, я пошла. Деревянный солдатик стреляет тут. Я здесь. Не, ну конечно, спасибо. Я там пружина головой был, там без шансов. Там, короче, манекен, пальто и солдатик. Да, мы видели. Чего, вариантов нет. Походу это сейчас полетим дышать. Да? Нас уволят сейчас, да. Блин, это настолько было такое крутое сворачивание шеи. Что даже еще хочется повторить. Окей. Ну смотрите, ну у тебя, конечно, дред там очень веселая вечеринка только что была. В любом случае, мы не сдаем. Там говорит, там деревянный солдатик такой. Ой, он стреляет! Поэтому да, я предлагаю заново на эту планету полететь. Мы все равно не сдаемся, потому что, ну, у нас нету сдаваться. Поэтому давайте просто повеселимся. Да, давайте. Может, начнем уже сразу, чтобы вот с делом, так сказать. А всего у нас не хватает, у нас последний. Сейчас последний день. Мы сейчас просто ищем приключения на жопу, поэтому. Но сначала Юльку потрогал. Потом меня потрогал. Нет, ты умрешь! Умер, да? Кажется, он умер. Телепортите его труп. Ну да, телепортите его труп, а потом это на маленький. А что не работает? Не свой, а друга. А, ну да. А у меня забаговался. Ты можешь перелистнуть монитор? А у меня просто не листается. У меня почему-то только... А, все. Эх, Дима. Ой, Никита. Пойдем. Дим, пойдем. Эх, зачем? Зачем? Ну или полежи, отдохни. Да просто любит. Легенда. Ой. Легенда, отстань, пожалуйста. Вот маска, проверяй. Нет. Легенда в маске. О, плохой. Легенда в маске бегает за дредом. Легенда, фу. Фу таким быть, фу. Легенда, фу. Ты ж не можешь так. Он еще разговаривает! А ты ко мне пристал? Вон, ребята. Слышь? У меня лети нет. Да. Давай, объясняй.
Прикольно. Мне кажется, что ты не настоящий. Товарищи, давайте договоримся. Я буду выплачивать вам отпуск на месяц. В туалет не сходишь, блин. Отстаньте только от меня, блин! Нет! Хорошо, все. Все, все отлично. О-о-о. Так, говорит, там деревянный солдатик такой. Ой, он стреляет. За тобой. Он искал. А вы что, издеваетесь? Добро пожаловать в нашу пати. А что, вот вас всех замаскировали? Да. У меня просто стамина закончилась, я тут бежать не успел. Беги, беги. Здравствуйте, Грит. Я тут сзади, меня. В нашу секту. Ой, прикольно. Зачем ты вообще так быстро за мной бегал? Я была в шоке. Успела, Катя, а, блин. А какого вас так? Телепортируй, да? Телепортируй всех, куля. А, маску телепортнула! Ты, конечно... Это... Веселые вы, ребята, конечно. Да. Как повеселилось. Да, Юль. Кто там, о, там еще. Отправил маска. Так, я сейчас задержу дыхание, попробую. Зачем? Зачем, да? Все, мы уже уволены. Говорят, вакуум не очень полезен для легких. Нужно надеть самое лучшее. Ладно, подождите, мне надо сходить в туалет. Можете отвернуться, пожалуйста, все? Я тоже хочу. Да всем надо. Давай вместе. Я не могу, но не двигаться. Я не хочу умирать! Диге. Дедлайн. Не встретили, да? Вась, ты опять воруешь шарики? Подождите, она опять украла шар. Кто? Просто сходу, кто украл шарик? О, у меня уже вся елка лысая из-за нее. Кто тут шары шарами форцует? Ребята. У меня кошка ворует шарики с новогодней с елки. Чуть позже вернусь. Уже всю раздела. Что? Что? Юль. Я отойду ненадолго. Можешь без меня начать. Дисконнективайся. Так ты присядь в уголке и это самое. Не, я меня вообще отойти. Там за бортом деревяшка, идти по ней, мы тебя столкнем. Нет, на полчаса где-то. А, ну туда просто покинь игру. Да, я вернусь. Так, мы пираты, мы... Там деревянный мостик,
Давай, вяжите его, вяжите, хватайте. Хватайте его, хватайте. Где? Кто? Где? Кто? Это не я. Это как этот... Он испарился. Смотрите, теперь у нас осталось четко по два человека. Я предлагаю разделиться. И кто-то будет ходить на FireRaise двое, а кто-то будет ходить на Main. А как просто мы до сих пор, если честно, я практически поперёк? Не слышала голосов, кроме того, когда я смотрела на манекен, он смеялся Никитиным голосом. Да, манекен смеялся, да. А как разделиться? Ноги отдельно, руки отдельно или как? Или вертикально? Левый глаз в правый карман, правый глаз в левый карман. На нога здесь, рука и там, да? Понятно. В одно ухо влетело, в другое вылетело. А? Что? Мне... Ну, вам как комфортнее ходить? Два мальчика и две девочки? Рация. Или мы один мальчик, одна девочка пойдем? Давайте по ходу дела разделимся. Два мальчика и две девочки, да. Ты кто? Все, сейчас, все такие оранжевые, я непонятно. Пойдемте, 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 пойдемте. Так, а где тут Это знакомое место. Нам сюда, да. Где тут Фойерексит, а где тут не Фойерексит? Пойдемте, пойдемте, пойдемте. А, ну вы все знаете. Вы молодцы. Товарищи, да. Кто пойдет со мной на FireRaise? Я не первый день на работе. Кто пойдет со мной на FireRaise? Сейчас дай отдохнуть. FireRaise для слабаков. Мостик может рухнуть. Да, точно. Мы с тобой падали уже с мостика, по-моему, да? Да. А где этот Фойер? Фойер внизу. Я пойду на Main, наверное. Пошли на Main. Просто они пошли на фаер. Банка огурцов. Не знаю, мне простые планеты как-то поприкольнее даже. Давай я тебе дам. Все по-честному, ты первый нашел. Да не принципиально. О, знак. Что там у вас? Что? Это что? Закрывай, закрывай, не видишь, что ты сюда. Хикс. Хикс, куда ты забрел? Побалуется. Там 4 двери закрыты. Держи. А, да, я думала, мы... Вы там? Да. Алло, раз, два. Один потратил ключик. Алло. Алло, раз, раз. Вот мы там нашли ключ. О, в смысле, там надо... Я дымку закрыла. Здесь хотя бы что-то видно.
Молодец! Катакомбы опять снова, здрасте. Так, труба. Алло. Ага. И опять по кругу. Мне показалось, или я слышала девочку? Ты кто? Господи, Дред, что это? Здоровье тебе, счастечко. За что так пугать человека? Да тут какие-то непонятные голоса, я так не понимаю, это обман или нет? Но у нас на этот случай есть кодовое слово. Ананас. А на вас? А на вас, а на нас у нас нету. Ребята вот там где-то, пойдем покажу. Ага, вот там дверки. Они вот тут вот, вот тут были, пошли двери открывать. Ага. Где ты? Иди сюда. Вот здесь, они с той стороны куда-то пошли двери открывать. Вижу. Только не знаю, они заблудились или что. А ты не импостер случайно? Такой масочкой. Нет, маска другая должна быть. Я бы с тобой не разговаривала так. Я бы тебя уже убила. Обливала бы. Повисла на плече, да? Ребята! Бей селедку! Еще! А куда она? А куда ты вверх? Вот она! Давай ее сбросим. Вот она. Вверху. Возле двери. Давай. Скинь лут, пожалуйста. Так я скидываю. Скидываю. Нажимай колесико мыши и жми Г. Да, не работает. Блин, а как тебе помочь? У меня нечем. Нет. О, фак. Блин, она еще смеется. Убила тебя, ее ржет. А я в желе купаюсь. А ты в желе меня раствори. Он же вон там лежал. Просто блин, она хихикает надо мной. Как дела? О, нормально. Ребята! Ага. Юля! Ага. Кита! Ага. Help. Блин, а тут локт. А чё, как он вообще отсюда туда пришёл? Труп цепляется за всё, что только можно. Как он вообще сюда пришёл? И с ним здесь пересеклись. Труп пока рэгдолл, как у Желейки, да? Да. Ну тут тупик. Ну тут. Не, ну я здесь умру. Тут здесь что-то, знаешь, на уровне такого. Умру с Дредом на руках, боже. Оно всратое на уровне это то ли искусство, то ли. Я не знаю, как мне. Блин, откуда же Дред? Это даже непонятно. Такой это. Трэш. Направо, да, все правильно идет. Да. Как это панк-рок, в общем-то. Не понимаешь, это. Я тебе своего друга не дам. Хреновый. Извини. Ого. Таракан. Не, мне твоя железяка не нужна, ключ тоже. Можно я просто пройду там выход? Можно? Продай ему труп. Ой, он такой, не понимаю. А потом телепортируй обратно. Я пройти жук. Кстати, хорошая идея. Он легендарным голосом говорит. Фак. Там обойти можно. Звуки берут рандомно, даже с корабля, да? Да. Ты дай пройти, ты дрянь. Ой, ни хрена, мы загуляли. Уже есть. Так. Сукин сын. Иди сюда! Это какой-то слабый знак, кстати говоря. Вот тебе. Это тебе за то, что кусил меня. За жопу. И железя, которую я заберу. Понял? Ключ оставила. Вообще. Так, но труп мы можем телепортнуть. Жалко, с меня лута не взяли, у меня, блин, полные карманы были. Мы просрали телепорт. Это другая игра была, это другая жизнь вообще. Если ребята еще не телепортнули труп Дреда, делаем вывод, что они мертвы, и я одна в живых. Правильный вывод. What the fuck?
ну, неправильные вводные, но на правильные выводы. Чтобы ты не стала дойти до дому. Но там уже ходят тренты. Спасибо этому дому, пойду к другому. Тренты, тренты. Всего хорошего. Всего хорошего. Ой. Давайте ставить ставки, дойдет она или не дойдет. Да мы так долго бегали. Я ставлю на красное. Ставлю все на зеро. Ставлю на оранжевое. Ой, там собака, она не видит собаку. Собака ее слышит. А вот собачка, да, вижу. Блин, ни хрена не видно, реально. Не, ну мне, вот если, я не знаю, конечно, сделать вывод, вот эти первые планеты, они более такие какими-то серьезными кажутся. Да. Нет, на самом деле, я не знаю. Там что-то какие-то книжки, уже не пойми что. Ну там, видимо, уже пытались разнообразить. Под, да. Под какую-то страшную тематику. Мне кажется, ну, что... Просто, блин, да, в этих новостройках, блин, уже так задалбливает ходить. По-моему, там эти игроделы, они вначале пытались сделать какую-то страшную игру, а потом поймали вот этот вот, знаешь, как вот эти вот все фазмофобия, там всякие лабиринтин, то, что вот сейчас вот этот. И они вот вроде бы то же самое делали, а потом так поймали вот этот момент, что можно... Сыграть она на космических... Она не успеет дойти там автопилот. У нее сколько? За пару часов, по-моему, включается, да? В 11... Ой, в 10, по-моему. Ну, успела. Ага, ага. Ладно, лутецкий хоть какой-то есть. А у нас же нет телепорта! Да, молодец! Все мертвы, кроме меня. Жесть! Все мертвы. Я забыла, что у нас нет телепорта, ребят, суровая простите, реальность. Я бы взяла труп. О, жесть. Но у нас есть. Я забыла, что у нас нет телепорта. На первоначальный взнос у нас есть. У меня есть для нее Черт. Вопрос, сразу сходу. Так, слушаем все внимательно. Я забыла, что у нас нет телепорта. Так, у меня есть для тебя вопрос сходу. А чей труп ты взяла бы? Кого из нас ты выбираешь? Ну, у меня был труп Дреда на руках. А ваши, я не знаю, где вы умерли. Я вас не знаю, где вы умерли. Да. Я не видела у него лута, поэтому... Он затерялся в текстурах, там рядом лежал знак. Я не видела этого. Должна была чувствовать, что он в текстурах. Да, в текстурах. Ну я зато жука... Ты уже лопату взял? Да, это слабенько как-то лопата. Сейчас с лопатой огреем. А как вы умерли с Юлей? Я креветку словила. А какая разница? Ты меня все равно не захотела брать. В смысле? Я даже не знала, где ты! Слушай, я реально не понимал, надо почему... Надо было поискать. Но ты я не смог сбросить креветки, этот самый. Не смог сбросить знак. Они говорят, что они в текстуру провалились. Я не видела, поэтому я не знала, как ему помочь. Он лежал рядышком. Вот эта большая балка от большой желтой елки лежала рядышком. Едеть, что ты его труп вообще надругалась бы. А сколько она принесла? О, я бомж. Сейчас, секундочку, товарищи, мне надо отойти. Секундочку. Я тоже, можно я тогда тоже на пару минут? Так, туалет. Да. Туалета нет, куда вы отойдете? Мы еще не купили. Ну, я сейчас приду. Легкий перерыв. О, боже. И тайное стало явно. Я сняла маску, чтобы не сильно ругались. А то вам кажется, что я постоянно в маске. А я не, теперь... Мне понравилась твоя маска, я бы оставил ее. Я теперь не знаю, кто у вас кто. Ну я в котиках. Так. А я в кроликах. Ты в зайчиках. Ты в кроликах. Один я хипстер, да? А у тебя еще это написано. Аут, что? Аут. А вы что, пистолеты себе повесили? Если цацку на руку нацепил. А мы ковбои, а ты нет, походу. Мы с тобой не ковбои. Мы котики и зайчики. Ладно. Я в монокле. Я хотел еще себе, конечно, этот. Я предлагаю, давайте теперь монокль. Мальчик с девочкой, а то. Ну давайте, давайте. Как-то неправильно. А на какую хотите? На первую планету? На любую, где безопасно. Да. Поехали на которую. Грейдон, спасибо за подписку. Давайте еще полчасика и. Будем уже закругляться.
Ну, максимум полчаса. Ну, я уже... Хватит уже. Тут другие дела. Что за другие дела? А? Ну, у меня Homeworld Mobile последний день ивента. У меня его нету. А я тоже в него. Я в Альфе еще тестировал. Ну тогда, поехали. Ну, поехали. Поехали. Ну, что там у нас? Боевой знак. Тебе дадут знак. Нам надо вот сюда. Где здесь черный выход? Я не знаю. Тебе дадут. Но здесь походу мы все вместе пойдем. Тебе дадут. На черный выход здесь нужна лестница. А, да? Пойдем. Так, мы, значит, делимся пополам, да? А мы здесь не поделимся, потому что черного выхода нету. Не пополам, а по парам. Попрошу не путать. Это знак какой-то тяжелый, как собака. Не говори. Цепили цаца к себе, ну. Ты в край родной. Ты в край родной. Наша. Многоголосие. Ну что, где там мальчик, девочка, все дела? Ты налево, там, направо. Там турель не ходите, пожалуйста. Давай я направо. Одна налево пошла, другая направо, я направо. Там турель! Там ничего нет. Блин, у них там все веселье. Понятно. Тут дверь. А давайте я пойду на корабль и все вам отключу. Ой. Походу где-то личинка. Там две турели. А, может быть не только. Это вход. Если открытое вентиляционное отверстие, значит кто-то есть. Личинка, либо... Все, мне кажется, только на меня. Давай, да, и уходи, пожалуйста, с пивом. Так, железяка. Брошу ее здесь, беру пиво. Да, давай так, пиво. Теперь я смотрю, иди сзади меня, бери железяку. Нет, иди, пожалуйста, отнеси, я постою. Иди. Я думаю, я тебя найду потом? Я потом сама приду, иди. Ладно, сзади тебя под ногами железяка. Это нормально, что тут ссылка? Нет, не нормально, Сереж. Меня об этом никто не спросил. Вот и Серёжа откуда-то взялся. Как дела? Голоса? Да. Если бы на турельку не нарваться, а? Ага. Понял. Ну что тут у нас? Пока я тут ходил за почтой. Ой,
Манекешка. Да я же смотрю на тебя, тетя. Мы тебя спокойно пели, где было так и боль нам с тобою. Я жива! Но не очень. Так, передохнем. Он побежал обходить. Не, ну прикольно, я закрыла дверь и робу. Сломался манекен. Но не совсем. Ты издеваешься, что ли? Да обходи его, все равно ничего больше делать. Спасибо! Это ты или это не ты? Ананас. Это я. Понял? А мы ее, да? Я подорвался. Отлично. Лена, я тут... Тут можно обойти все-таки, она как бы... Пойду, наверное. Вот и я первый раз подорвался на мини. Ну зачем ты? Тебе в дверь надо отойти. Я тут слежу за Эритреей, да? Да, Эритрея. Ага, да-да-да, я тоже за ней слежу. Ну и что там стоит на мониторах? Что еще там? Она мне там турельки отключала, я смотрел. Но я не нашел выход. Я зашел. Я прошел через одну турельку, а потом оказалось, что там еще одна. И на этом мое путешествие закончилось. Знаешь, что тебе скажу? То, что мне кажется, впятером, конечно, играть в эту игру не вариант. Почему? Слишком много народу. Может... Ой, ну, человечка там зависла. Каша получается. Каша? А не, ну если один будет сидеть на мониторах... Ну тогда да. Тут бы еще... Ты знаешь, что еще бы мне хотелось от этой игры? Чтобы... Как бы... Ну, во-первых, нормально было понятно. Привет, ребята. Ну вы хотя бы свои, господи. Ой, сзади. Манекен, манекен, обернись. Два манекена. Она в тупике. Блядь, это тупик. Вот, вот, рации нужны. Я согласен, да. Я бы сейчас с удовольствием постоял бы на тумбочке с рацией. Да. Я не могу пройти здесь трупы. What the fuck is... Piece of shit. Боже. Что делать? Не смейтесь надо мной. Черт, я пыталась. Мы смеялись. Че вы смеетесь, блин? И манекены ржут, надо мной стоят. Кого нет? Юля там еще дверью закрыла прям вместе с ним. Внутри. Кого нету? Да ну ладно, одного я одного размонтила, но двух это невозможно. Там еще собака, жук, что там только нету. Эта дура бегает еще, господи. Там столько всего. Я побежал с испугу. Я пиво не донес, прости. Как ты мог? Как и как? Как ты мог? Я на мини подорвался. Я не смог пить. Господи, самая нелепая смерть — это на мини последнее дело подрываться.
Это Юля, ты закрыла раз. Меня в комнате вместе с двумя манекенами. Поздравляю. Я открыла потом комнату и кричала тебе, чтобы ты меня услышала, что типа я их закрыла, проходи. Нет, они хихикали дредовским хихиканьем. И Никитин такой хихихи. Так это мы смеялись, а не там. Они страху натерпелось, просто. Они просто переоделись. И что, мы там реально смеялись? Подождите, кто смеялся? Я не смеялся. Тебе показалось. Тебе точно показалось. Нет, ну у меня же стрим идет, все записано. Я потом буду посмотреть. Это было очень страшно. Паранойя. Паранойя. А девочку-то не видела? Денег нету, скорее всего, сейчас. Нету денег? Или есть? Ну, сторы там сразу будет видно. Я не пойму. Может, ты глянешь? Ну, давай. Зашел в сторы и не увидел. Стор. Итак, 12 баксов же сверху. Воки-токи стоит 1-12 штук. Это поначалу надо думать. Тогда, да. С чего начинать? Ну, пошли, короче, вместе. Все равно на мальчиков и девочек разделились. Как-то, да. Как-то мальчики нацелены на результат, а девочки на эмоции. Не говори, я заметил. Ну, сразу лутаем, а у этих все пиво одно в голове. Давай сюда, да. Ух. Мы сегодня вечерком собираемся. Давай, ну только уже не в это. Ну да, я согласен. Это было весело. О, подарочек. Подарки сходу. Два приложила. Спасибо, вы такие добрые, подарки нам. Ребята, можно вас кого-нибудь попросить вот отнести? Ну давай. Нет. Ой. Спасибо. Да, я потерялся. Вот как так можно было потеряться на ровном месте? А вон туда надо было идти. Куда ж я иду-то? Сейчас до корабля дойду и все. Блин, ну еще этот... Сука, как все медленно. Дред доверила. Нет, Дред бежит. Дред потерялся на ровном месте. Тут еще стамина это восполняется. Там у них лут. Пойду помогу. Ага. Здравствуйте. А, я-то думаю, что там радиация скакнула. Здесь еще на 1000 рублей осталось, но... Но? А, я все равно не смогу ничего подключать. Но оно того не стоит, потому что как только они, ну, вытягиваешь лампу... Сразу становится темно. Нет, прибегает очень много бабак. Темно и нехорошо. Ну, да. Так, чаек. Да. Ну, та же фигня. Потому что очень холодно, я не понимаю, как он у меня уже почти остыл. Mm-hmm. Ну, у нас потеплее, конечно. Спасибо, блин! Заходи. А, там надо орать. Надо орать на эту хрень.
Уходи! Кто вы? Идите нахер! Мы вас не звали! А где? Уходи! Уходи! Прочь! Ты не с нами, ты не в нашей команде! Уйди! Пошла, тварь! Пошла! Не надо ты нам! Иди! Да! Уходи! Я раньше твоим голосом разговариваю. Все, полетели. Че, блин? Нарали на это животное. Вот там оно даже начало ржать уже в нем. Просто взяли, накричали, иди, говорит. Ты орешь на нее, а она твоим голосом разговаривает. В ответ. Походу, это шиза. Собака-попугай. Окей. Мы хотя бы в последний день нормально залутались. Ура! Да. Хоть что-то. Блин, у нас столько металлолома. Кошмар. Нужна рация, я хочу поставить. Нужна рация? Мы сейчас можем ее купить. Сейчас не можем, у нас 12. Я хочу поставить на тумбочке. Не, сейчас мы сдадимся и можем купить. Можно я подергаю колокольчик? Ну подожди, давай мы все поставим. А колокольчик чей? Бубенцы. Только не сильно, ну, увлекайся, потому что... А, блин, кто это ты такой? Что это за кролик смерти? Да, он открыл, забрал. Открыл твою решеточку? Не нажимай больше, не надо. Молодец. Все, пошлите, покупайте свои рации, что такое. Мне фонарик, пожалуйста, мне фонарик. Фонарик, лопата и рация. Джентльменский набор. Две рации. Давай, Юля, на все деньги. Можете три. Буду координировать, смотря как кто будет ходить. Я буду только с фонариком ходить. На по приборам. А фонарик сколько кому? Ну, как минимум 2-3 где-то так. Можно бомж фонарик для меня на будущее? Нет, заказан все профессионально. Да, мы же профессионалы. А, только я лопату не заказывала. Я люблю профессиональные фонарики. Там деньги еще остались? Фонарики. Да, так еще остались. Ага. А еще что купили? Сейчас спрейка, лопаты и... Пойдем забирать. Забыл. Что тут еще можно-то взять хорошего? Меня хотели огреть лопатой. Ни в коем случае. А спрей не приехал. Темечку. Все. Это же Генрих! Ой, это не то, это фигня другая. Я думал, это... Все забрали?
Да. Прикольно. Ты херню взял, я думал... Это Генрих. Меня гладьте, меня гладьте. Это Генрих. Это антистресс. Пижама стоит 900 рублей, поэтому для пижамы дороговато. Сто. Это для оператора. И тех, кто ложится спать. Чё, все готовы? Ты... Вооружились, поехали. А, у меня еще металлический лист есть. Ладно, ты еще раз. А все, поздно уже. А все, а раньше надо было. А раньше, да. А раньше. А раньше. А раньше вот были времена. Вот значит, это, да. Это в загашнике. Были временно. Ну что, мы поедем? Блин, я не могу на Дреда нормально смотреть. Он какой-то гламурный с этими очками. Да? А этот вообще джентльмен. А вот так. Ой, мы сейчас можем на S. S? Ты за Джим. Юля, ты на S знаешь, куда бежать, да? S, да. Да. Всё, так, разделяемся. Мальчик-девочка. Чё, у тебя фонарик и рация? У кого рация? У кого рация? Я здесь буду, на тумбочке. А, ты здесь будешь? Ну давай. Я у меня возьму. Нет рации. Это... Иди тогда я с Юлькой. Тогда... Дред, иди с Юлькой. Мне тогда что-то скинуть надо-то. Слышу. Блин, да хренище всякое, блин, бесит. Юль, возьми что-нибудь, рацию либо фонарик. Давайте я возьму вижу, рацию. Дред, она возьмет рацию. Все нормально, чисто. Блин. Все правильно. Дред, иди с Юлькой, пожалуйста. Ага, все, я пошла. Ну, там надо прыгать. Кто куда? Пойдем прыгать. Вот сюда. Нифига себе. И еще у меня. А, самый наверх. Стой, здесь разбега. Ага. Окей. Ну как так? Что такое? У меня будут позывные бубенцы. А-а-а. Ой. Все хорошо, все живы, целы. У меня телефон. Позвонить? Вынеси его. Потому что он... Извини, я прослушал, почему? Надо тоже прыгать. И там ключ. Там ключ? Или там этот самый мимик? Но это плохой. Вот там что-то есть, чайник. Ой. Пиво пей. Ты подобрал? Что? Чайник? Или что я подобрал? Ой. Ну тут ничего. Значит. Я не понимаю, кому он говорит. Тут пиво! Пивасик! Скажи, что нам надо... А. У меня... Подожди. Там еще много лута, просто у меня свободно еще две руки, а тут пиво, две штуки. Давай я пробегу охранять пиво. Ладно.
О боже, это большой болт. Ананас. Ананас. А мы вас. Ананас. Тут пиво у нас. Ананас. Ананас. У меня на главном входе уже есть один ящик. А как ты прошла до главного входа? Пойдемте покажу, только там 4 турели. Будьте аккуратны, 4 турели. Я вас умоляю. Чего ты только не сделаешь ради пива? Да, согласна. А, мы здесь шли. Вот. По левой стороне. Подождите, вот там вот нормальный файр один? Это ваш файр один? Нет, мы искали. Нет, искались. Там нужно прыгать через пропасть. Всё, поняла. Тогда это фальшивый. Аккуратно, турель. Пробегай. Сейчас она цикл пройдет. И сразу налево надо будет. Туда? Да. Всё, мне... А у меня все. Стой. Возьмите что-нибудь, чайник, потому что у меня перегруз. Да пойдем. Где чай? Не-не-не, все. Бери. Готовы? Я пробегаю. Бери. Что за звуки? Это робот. Я свечу вам, куда поворачивать. Ага. Пошли. Нам надо уходить, потому что, ну, все. Нормально все? Пойдемте, вот здесь вот. Так, сейчас, секунду. Я отключаю рацию. Пойдемте. Есть место? Я телефон скинул там. Сейчас у меня нет места. Я сейчас за ним вернусь. Лучше бы фонарик оставили или что-нибудь, рацию там. Телефон у нас в Форексе там. А, блин, а у меня еще этот гребаный робот. А тут пиво. Не разговаривайте, время уже. Ну подожди, давай мы все поставим, вот. Ой. А тут. Иисус, я мать. Сейчас я подкоплю стамину и пробегу. Давайте, 3, 2, 1, побежали. Так. А, тут человек уже. Ой. Я жива, все в порядке. Открывай дверь. Это. Спасибо. Прям перед носом двери закрывать очень удобно. Что там, за телефоном пойдем? Два червя, ты меня, Юля. Два червя. Я пойду или не пойду? Давайте схожу. Если они вылетели, у тебя есть какой-то промежуток времени. Вот. А, нет, вот один уже есть. Один уже здесь. Червь, вон он большой. Может, Улей попробуем стырить? Здесь еще на 1000 рублей осталось, но. Че, есть же лайфхак, его забрасываешь на корабль снаружи. Это понятно, но не надо. Юля придет сейчас, ее пчелы покусают. Подожди. Мы снаружи оставим, а потом беги. Перед взлетом затащим. Она. Беги, Юля, беги! Она не знает, не надо. Давай она прижмется и пойдешь за своим. Давайте устроим ей сюрприз. Брошу ее на пиво. Давай так, теперь я смотрю. Так, что это за... Что это за посторонние голоса? Это монстр. Он разговаривает с нами. Она взяла. Червь разговаривает? Ну, это глупость какая-то. Я никого не вижу рядом. Рядом все понятно. Это же Генри! Сейчас она ну понятно. Вот, видишь, возле нас красная большая точка? Да. Это же Генри. Вот он и разговаривает, да. Всякие бабайки вылезают. Да, бабайки вылезают. Я пойду отвлеку червя. Кто из вас говорит? Я не могу понять, в том плане это монстр или это ты. Червь, встанай! Иди сюда! О, я жив. Ты же это слышишь, да? Да. Ты жив. Возьми рацию или фонарик. Стой, здесь разбега. Ай, осторожно! Вот сейчас будет... Во, все, ура, наконец-то. Я отвлекла. Красавчики. Что, можно звонить? Да. Я звоню.
Пока никого не вижу рядом. Слышишь крики, то у тебя начнется шиза. Чат, нельзя. Я думал, это какой-нибудь, типа, через 7 дней. Через 5. К вам придет телевизор. Потому что я только через телевизор вылазил. Супер. На F сейчас более-менее. Второй день продуктивный, нормальный. Как тебе на корабле? Ну, бывало и лучше, конечно, условия, но меня устраивает. Я вошел во вкус. Это та же карта. Просто на всех остальных жопа. Че, по той же схеме или как? Ну сам выбирай, я все равно пойду в поля. Мне не нравится Страх Сити. Так. Так, кто, где Юша? Иди, давай опять. Давай. Встретимся. Иди с Юркой. А где она? Вот здесь она факт объектов на 1412. А ты пойдешь со мной? Раз, два. Да, нет, собака, блин. Ладно. Где наша не пропадала? В лесу. Ого. А, так это твоя лопата! Я думаю, много чего оставляла, смотрю лопаты, думаю, Но так. Там еще телефонная лопата осталась. Понятно. А все, больше на пожарку не надо? Или там есть еще куда? Я еще не все досмотрела. Ладно.
Кто здесь? Это я. Она нас. Она вас. Она вас. Пустота. А, ну там двери, которые можно открывать, типа, да? Угу, корабля. А ключик есть? Тут дверочка закрыта. А, ключик на корабле только остался. Тоже закрыто. Болты? Закрыто. Ну, ключи. Все позакрыто. О, тут лампа. Тут лампа в закрытом помещении. Ой! Ребята! Ребята! У меня есть ключик! Ананас, ключик! Сюда. Кто, там лампу можно забрать. У меня есть ключ. Да я открыл ключ. Уже, открыл, можно... Можно взять вниз. Только здесь что-то... хрустело непонятно чем. Ну вот там вот. Давай, готов к труду и обороне. Я тут... вон. У тебя есть места еще взять? А, я ключ выкину тогда. А, ключ... У меня так, на самом деле... мы забираем лампу, если что, скоординируйте. Вы помчали? Мест нету, кстати. Ну фиг с ним на этот ключ тогда. Ладно. Сюда. Наверх. Через эту. Большие лужи в комнате и еще кто-то, походу. Это понятно, но не надо, Юля, походу. Говорит сюда, выход тут. Вот, выход здесь. Здесь, обратно, обратно, обратно. Под стулом будет. Все, пойдем. Баки, говорит, осторожно. Сейчас... сейчас я ее кортиком запарю. Лео, вы на корабле? Минус два. Все, они умерли. Блин, что-то да? Радиус большой такой. Я думал меньше. Очень большой. Да? Я вообще отбежал далеко. Юля, есть вариант. С какой стороны? Ты координируй. Я не знаю, там темно. Сейчас, секунду, я попробую сделать вот так. Я тоже хочу. Давай, давай на камень-ножницы. Кто пойдет? Я знаю, где они, поэтому не ходи туда. Я знаю тоже, где они, наверное. Давай на камень-ножницы, кто?
Ну не знаю, по-моему, слишком вот эти вот голоса на каждого монстра, который повторяется, это как-то слишком. Червь! То есть... Я тут! Вообще каша получается какая-то. Да, то есть эти, допустим, черви вот эти вот какие-то. Ладно, там эти человекоподобные монстры какие-то, то... Ну, как бы с ними довольно разумно понимаешь, чё к чему. А когда вот там собаки что-то начинают повторять, или там эти черви, там, или эта жижа внезапно что-то начинает тебе. Это как-то да. Такой странный вообще кринж. Классен. Жижи, и все-все-все разговаривают, и черви. Угу. Да. Но я уже... Из модов мне только понравился вот этот в маске и все. А маски это? А, ага. Мимик типа этот. Забавная штука, да. А что еще? Я точно понимаю, что нужно ставить мод, который позволяет присоединяться между сессиями. Там больше нету лута. Там да, больше нет лута. Почему? Там еще вон две штучки. Кто украл? И так, нужно поставить на автокомплит этих самых консольки. Блин, тут эта птица топчется, проще не выйти. А все, ты уже не можешь, уже время почти 12. А, да? Да. Все, пора. Мы старались. Пора домой. И что еще? И вот это я бы на самом деле еще добавил, ну, как минимум, один слот то ли для фонарика, то ли для рации, а то ли для обоих, знаешь. Я когда начала подходить к клапе, мне такие, о, подарочек. Я такая, о, нет. Ну, как бы, знаешь, вот эти вот там, ну, чисто для них. Я закрыла перед манекеном, он мне сказал. Потому что как-то так странно получается, ты берешь что-нибудь, и уже у тебя инвентарь уже стал пустой. Я не против, контракт хороший, я согласен заключить его. Ты как, тоже подписываешься под этим? Один день еще? У нас тут бизнес-встреча была, вы прервали нас. Да. Так это вы умерли, вы прервались. Прервались. Но мы там подписывались с этим Шайхулудом контракт, а вы что-то там... Почему вы по ночам болтаете? Вас каждая собака слышит. В данном случае, в прямом смысле этих слов. Я шел в тишине, почему такой радиус поражения у червя огромный? Я надо, в сторону отбежал. Надо на не топать, надо присесть и идти. Он же слышит шаги. Он может слышать под землей. Ой! Что вы там? Я думаю, кто кнопку со светом-то перенес? Удобно же здесь, раз. Удобно, а я думаю, где кнопка? Где кнопка? Да. У меня просто все сломалось. Так, мы на. Ты будешь по телефону звонить? Я по телефону. Я Дреда. А по телефону? Вот, если что. Ну давай. Если что есть. Чине. Если что есть заряженный. Все, я пошел на Fire Exit. Ай, блин, сейчас. Все. Фонарика, правда, нет, ни хрена. А ты взял, что ли, или подожди? Я взял рацию и все, больше ничего не брал. А я могу на этом постоять и ходить. Хочешь, если хочешь, постой. Давай. Давай, я побежал тогда. Давай. Раз. 2-2. Кто тут мне выключает свет? Что не я, кто-то, видимо, нашел. Так. Тупик, да? Да-да.
хороший монитор сесть, там пишешь view monitor и это самое. Да, да, да. Операции можно пользоваться тоже. А. А он как работает? А он как работает? А почему мы не трудимся на благо страны? Трудимся. Так, тут нормально все. Так, что-то я не знаю, куда идти дальше. Все понял. Понял. Там Хиксон. Если перепрыгнешь, там будет один лут. Но я сейчас... Если хочешь. Да-да-да, прямо. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Там на дальнем конце монстр какой-то, а... А, это... А, это не лут, это монстр, извини, я тебя сбил с панталыку. Паук, прям... Сидит паук, я подхожу, смотрю, паук на потолке сидит и твоим голосом говорит: «Ты заходи, заходи!» Супер. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Ну, что-то я не знаю, куда идти. Наверное, что ли, возвращаться назад? Я тоже отсюда особо ничего не вижу. Кто-нибудь жив, цел остался, нет? Да все живы вроде как. У меня там такая большая ананасина ходила. Так, не переключай, пожалуйста. Ага, а вон, да, вижу. Так, у нее там большая засада. А, теперь можешь переключать. У кого большой зад? Да, вот, надо... Что там, мину, да, обезвредить? А все, надо, не надо было ей рацию, наверное, оставить, да? Она не ходит с рацией, она ходит по хардкору. У меня какая-то там была большая жужа, я думаю, ну ее нафиг. Исаак, да, это мог. Пролаги вот у меня почему-то. Мы из-за модов. Голоса. У нас тут, короче, мод на голос. Монстры говорят голосами персонажей. Ходят. О, этот самый. Что такое зеленое было? Ты пришла. А, так, ее две. Или она одна? У тебя две или как? Ананас. 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 Я слышала, кто-то разговаривал, но я не поняла, кто это. А потом оказалось, что это не вы. Я такая, А паук был. Паук, мины. Я чуть-чуть до мини, кстати, не подорвалась. Вы видели. Чем ты чуть на мини не подорвалась? У нас только чая. Давайте пить чай. Да. Лучше водки, да, чая, конечно, нет. Выбор сложный. Пиво, а тут чай предлагают. Чай с утра, пиво вечером.
Напьемся пиво и пойдем крутить болты. Ну что, все живы? Целы, орлы. Да. Ну что, вам все надоело, что ли, играть или что? О, у тебя такая новая прикольная. А нет, не сработало. Желтый спрей, мой любимый цвет. Любимый. Сдаваться лететь, да? Сдавайся. Да. Пожалуйста, дергай. Ты не на рычаг кром. Что за пролаки сумасшедшие? Не могу понять, а? Потому что не справляется. Ай, курчики! Спасибо за сердечки. Пиво! Пиво! Юрий Гагарин, советский парень, пьет пиво. Сколько же у нас чайников? Юрий Гагарин. Уже нельзя покладывать. Да он не это. О, ветра конь его! А что вы все сразу отходите? Он недоволен. Ты подставщик, конечно. Желтый спрей с настоящим мужским туалетом, это что такое? Говорю, надо купить унитаз, разрисовать его желтым спреем, и будет похоже на настоящий мужской туалет. Но... Что за юмор? Не, ну смотри, желтый это уже. Ребят, подождите, подождите, соберитесь, у меня есть важное замечание. Эй! Я думаю, это будет хорошим завершением нашего банкета. Отклоняю ваше замечание. Ой, да. Ладно, давайте закругляться на сегодня. Было прикольно. Но я, по крайней мере, отвалюсь от вас. Такие дела. Ты. Чего? Я, ну, может, еще минут 20-30 побегаю максимум, если есть желание. А так, в принципе, тоже скоро отвалю. Ну тогда что, все деньги на Титан? Пойти тоже, я не знаю. Я, давайте. Господи, господи, сзади очень страшно сначала было. А то нет, и такой... Не, хватит, давайте я закончу уже на сегодня. Все, спасибо большое. Спасибо большое, да. Спасибо за катки. Да, та же фигня. Давайте еще как-нибудь. Давайте. Ладно, все. Не забывайте переходить к этому чуваку на канал, ссылка в описании. Да, и к этому тоже.
И к этой тоже, и к этой тоже. Короче. Нет канала, я не стример. Ты не стример? Нет. Но если ты со... У нас тут два стримера и один летсплейщик. Да. По олдскулу играешь. Без записи, да? Ай, блин, конечно. Ладушки. Мы играем... Спрашивают в чате, какие мы игры еще играем. Мы с Дредом играем во все. Кооперативную в основном. Не в девчачьи игры. Понятно? Понятно? Или по синглу, да. И в девчачьи, это то есть какие-нибудь Барби? Вау. Это сильно. И Sims, и прочие, нет. Это не для нас. Это для вас, все правильно. Но мне слышится только так. Раскрыла тайну. У меня есть Sims 4. Да. Ладушки, все. Ладно. Это долгое прощание. Идите, занимайтесь своим титаном. Все, пока.